السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Хазур говорит в прошлой пятничной проповеди словами проповеди Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, было обращено внимание к исправлению своих действий и было рассказано о прекрасном примере святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и образе действий искренне и самозабвенно любящего Его, обетованного Мессии и Махди, мир Ему. В этих событиях говорилось об одной из нравственных черт — правдивости, о том, на каком высочайшем уровне был установлен наш Господин Хазрат Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, искренне и самозабвенно любящий Его, обетованный Мессия, мир Ему, и о том, как сподвижники, следуя этим высоким примерам, достигли высокого уровня духовности. О правдивости было рассказано только в качестве примера. На самом деле, корнем исправления поступков является обретение каждого доброго дела, совершать которое повелел нам Всевышний Аллах, и не совершать тех дел, не совершать которые Он повелел нам, и не только не совершать их, но и ненавидеть их. И мы будем иметь право называть себя истинными мусульманами, членами истинной общины имама времени только тогда, когда мы будем проявлять высокую нравственность и совершать добрые деяния, совершать которые Всевышний Аллах повелел каждому истинному мусульманину. А с другой стороны, ненавидеть дурные деяния и испытывать к ним отвращение. То есть истинно верующий человек является таким человеком, который всем сердцем принимает добрые деяния и избегает совершения зла. И в этом случае он сможет совершать свои дела, следуя срединным путем, а не быть таким, чтобы совершать добрые и злые деяния и вместе с этим громко объявлять о своих добрых деяниях. В прошлой пятничной проповеди было рассказано о том, что в соответствии с нашей верой у нас есть твердые доказательства истинности ислама и Ахмадията. Если кто-то не соглашается с этим из-за своего упрямства, упорства и жесткости сердца,
то это совсем другое дело. И несмотря на это, у противников ислама нет ответов на эти доказательства. Они избегают дискуссий, когда узнают, что не могут опровергнуть эти доказательства. Потому что когда они узнают, каким образом мусульманин Ахмади приводит свои доказательства, они избегают дискуссий. Многие христиане тоже признали это в нашей программе на арабском языке «Прямой разговор». Они сказали, что у Ахмадийской общины есть твердые доказательства правдивости ислама. У нас есть много доказательств истинности Ахмадийской общины. И с одной стороны, мы доказываем истинность ислама не мусульманам, а с другой стороны, отвечаем на возражения мусульман, которые выдвигают обвинения против общины. Если противники Ахмадията не проявляют упрямства или не представляют слова и доказательства, приведенные Хазратом обетованным Мессией мир ему, вырывая их из контекста, или не рассматривают их таким образом, то у них нет никакого выхода, кроме того, чтобы поверить в истинность Ахмадията. Но личные интересы улемов приводят их к тому, что они начинают обманывать людей, выливая на них потоки лжи. И когда у них нет никаких доказательств, тогда они начинают использовать ругательные слова в адрес Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Наши доказательства являются неопровержимыми для каждого противника ислама и Ахмадията. Никто не может устоять перед тем человеком из нас, который читает книги обетованного Мессии, мир ему, и старается их понять. И это тоже является притязанием Хазрата обетованного Мессии мир ему, сказавшего: «Если вы прочтете мои книги, то никто не сможет состязаться с вами». Но когда мы смотрим на то, какие изменения в наших поступках хотел видеть в нас Хазрат обетованный Мессия мир ему, и в каком состоянии они в действительности находятся, то это вызывает у нас беспокойство. Возникают вопросы. Может ли каждый из нас победить все виды зла, которые распространились в обществе? Оказывают ли поступки каждого из нас влияние на людей, связанных с ним? Или мы, попав под влияние общества, забываем свое учение и свои традиции? Прилагает ли каждый из нас все свои силы к тому, чтобы исправить свои поступки согласно тому учению, которое дал нам Хазрат обетованный Мессия мир ему, и которое требует от нас и спрашивает с нас, установили ли мы такие уровни правдивости, что ложь и обман не могут даже приблизиться к нам? Совершая свои мирские дела, помним ли мы о своей будущей жизни? Ставим ли мы на самом деле веру выше мира? Стараемся ли мы с большой осторожностью уберечь себя от каждого зла и каждого плохого деяния? Спасаем ли мы себя от лишения прав какого-то человека и незаконного использования вещей? Являемся ли мы соблюдающими пятикратные молитвы и поминающими Всевышнего Аллаха с искренностью? Оставляем ли мы плохого товарища и плохого друга, оказывающего на нас плохое влияние? Являемся ли мы служащими своим родителям,
уважающими их и повинующимися им в одобряемом? Являемся ли мы относящимися к своей жене с мягкостью и милостью? Не лишаем ли мы своего соседа самого маленького блага? Являемся ли мы прощающими человека, совершившего грехи против нас? Чисты ли наши сердца от всякой злобы и враждебности к другим? Является ли каждый муж и каждая жена сохраняющими доверенное им друг другом? Исправляем ли мы свое состояние, помня о своем обете верности? Чисты ли наши собрания от злословия и ложных обвинений? Является ли большинство наших собраний посвященными поминанию Всевышнего Аллаха и Его посланника? Мир и благословение Аллаха да пребывает с Ним. Если ответы на эти вопросы отрицательные, то мы находимся далеко от учения Хазрата обетованного Мессии мир ему, и мы должны озаботиться состоянием своих поступков. Но если ответы на эти вопросы положительные, то счастливы те из нас, которые дают положительные ответы на эти вопросы. Они являются выполняющими обязанности обета верности, уделяя внимание состоянию своих поступков. Но если мы с искренностью посмотрим на себя, то увидим, что, находясь под влиянием общества, иногда мы не заботимся об этих вещах или большинстве этих вещей. Ошибки общества снова и снова готовы войти в нас, и иногда мы становимся бессильными перед ними. Нет никакого сомнения в том, что 99,99% из нас претендует на то, что мы тверды в своей вере, и никто не может отдалить нас от нашей веры. Но мы всегда должны помнить о том, что когда слабости поступков попадают в поток сильных нападок общества, то они начинают сотрясать основы нашей веры. Сатана совершает нападение постепенно и начинается отдаление от системы общины. И когда дело идет дальше, то начинается отдаление от ее халифата. Поэтому мы должны помнить о том, что одна слабость порождает другую слабость, и в результате все уничтожается. Мы знаем, что красота Ахмадията является нитью, на которую нанизаны жемчужины системы общины и Ахмадийского халифата. И это является силой нашей веры и наших поступков. Поэтому халифы времени всегда указывают на слабости, обращая на них внимание членов общины. Для того, чтобы никакой мусульманин Ахмади не смог зайти в этом настолько далеко, что не смог найти дорогу назад, он должен стараться отдалить свои слабости, читая истихфар, молитву о прощении и помня милости Всевышнего Аллаха, которую он оказал ему.
Во время моего визита в страны Тихоокеанского региона, в Сингапуре, я получил возможность встретиться с несколькими мусульманами не Ахмади, образованными людьми и улемами из Индонезии. И как я уже рассказал в своей проповеди о подробностях своего визита, большинство из этих людей говорили: «Наши улемы должны прислушаться к словам имама Ахмадийской общины». В ответе на один вопрос я им сказал, что на всей поверхности земли только Ахмадийская община является общиной, не принадлежащей одной стране или одному району. Напротив, она по всему миру известна как одна община, в которой есть единство, в которой существует одна система, и она связана с одним имамом, и представители каждого народа и всех социальных слоев общества входят в общину. И это является очень большим доказательством слов предсказания святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказавшего, что будет одна община, придерживающаяся верного пути. И это также является доказательством правдивости искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованного Мессии и Махди, мир ему. Разумные и нормальные противники, слушая это, молчат и размышляют об этом. Но для того, чтобы навсегда сохранить это доказательство, каждый из нас должен постоянно смотреть на состояние своих поступков, потому что в настоящее время сатана стал сильнее, чем раньше. В настоящее время опасность плохих поступков заключается в широком и ничем не сдерживаемом распространении плохих деяний в обществе. И более того, якобы во имя свободы слова и совести некоторые плохие деяния охраняются законом. Плохие деяния до этого времени были ограниченными. То есть плохое деяние квартала оставалось в квартале, плохое деяние города оставалось в городе, или плохое деяние страны оставалось в стране. И плохие деяния больше всего влияли на ближайших соседей, но сегодня свобода передвижения, телевидение, интернет и другие средства массовой информации сделали так, что плохое деяние одного человека и одного района становится международным плохим деянием. Бесстыдство и плохие деяния распространяются посредством интернета, устанавливая контакты на расстоянии тысячи миль. Обманывая молодых девушек, их отдаляют от веры. Несколько дней назад из новостей я узнал, что девушек из Пакистана и еще нескольких стран обманным путем, обещая жениться на них, сделали проститутками. Временно женятся на них, и потом делают их проститутками. И такие дела совершают международные группы. От этого, конечно, волосы встают дыбом. И юноши также из-за дурного влияния общества становятся бесполезными для общества не только с точки зрения пользы для общества, но и с точки зрения веры. Поэтому мы, с одной стороны, молимся о том, чтобы Всевышний Аллах охранил каждого мусульманина Ахмади от этой грязи, а с другой стороны, каждый мусульманин Ахмади нуждается в совершении джихада со своими страстями, спасая себя от этой грязи,
прося помощи у Всевышнего Аллаха. Не запрещено пользоваться изобретениями, времени и удобствами, но мусульманин Ахмади всегда должен помнить о том, что он должен стать помощником хазрата обетованного Мессии мир ему в распространении наставления, пользуясь современными изобретениями, а не так, чтобы вручать себя врагу морали и нравственности, попав под влияние бесстыдства, безбожия и неверия. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен глубоко размышлять над этим. Нашим людям старшего поколения надо будет установить такие примеры, чтобы наши будущие поколения были защищены от этих смут и нападений. И юношам тоже надо прилагать все свои усилия для спасения себя от нападений врага нравственности и морали, прося помощи у Всевышнего Аллаха, того врага, который совершает нападение невидимым образом, того врага, который под видом развлечения и забавы, входя в наши дома, оказывает влияние на наших юношей и людей со слабой верой и старается создать в них недостатки. Несомненно, как я сказал, халифы времени обращали внимание на необходимость улучшения состояния поступков. Я, как и предыдущие халифы, тоже обращая внимание на необходимость удаления этого недостатка посредством проповедей и другими способами. Для освещения этих наставлений организации и система общины создают программы, чтобы мы старались спасти каждого мусульманина Ахмади, каждого возраста и каждого района. Но каждый из нас должен уделять внимание исправлению своих поступков и быть наготове сделать нападки противников веры безуспешными. И не только это, а более того, готовиться к исправлению врагов веры. Он не только защищает себя, но и должен стараться исправить их. И для достижения этой цели он должен создать особую связь со Всевышним Богом. В этом случае мы не только сделаем бесполезным нападки врагов веры, но исправляя их, мы будем украшать их будущую жизнь, и мы покончим с той смутой, которая старается оказать дурное влияние на наши новые поколения. Посредством этого мы спасем наши новые поколения и станем охраняющими веру своих слабых братьев. И затем создание исправления поступков одного человека приводит к созданию исправления поступков другого человека. И этот процесс продолжится до судного дня. С исправлением наших поступков будут также открываться новые пути проповедования. И новые изобретения, вместо того, чтобы исправлять плохие деяния, станут средством распространения имени Всевышнего Аллаха в каждой стране и в каждом регионе. Мы должны помнить всегда, что мы никогда не можем отворачивать свои глаза от правдивости, потому что общины, желающие духовного развития, и общины, исправляющие людей мира и создающие духовное преобразование в мире, всегда уделяют внимание своим слабостям. Если мы будем закрывать на них глаза и говорить, что все хорошо, то это будет создавать препятствия в наших делах. Одним словом, мы должны всегда помнить о правдивости. Мы не можем довольствоваться тем, что 50% людей исправилось. Напротив, нам необходимо стремиться к достижению 100% результата, если мы хотим создать духовное преобразование мира. Я также хочу сказать,
что если мы преуспеем в исправлении своих поступков, то прекратятся все наши драки, ссоры, судебные дела, исчезнут желание нанести финансовый ущерб другим, страсть к приумножению богатства, просмотры по телевизору и другим современным средствам массовой информации, безобразных программ, недостаточное уважение друг к другу, попытки опозорить друг друга. И создастся такая атмосфера любви и братства, которая явит рай в этом мире. Перечисленные плохие деяния – это те деяния, проявления которых мы видим. В общине тоже происходят некоторые из этих дел, поэтому я о них рассказал. Если в нас создастся чувство выполнения своих обязанностей, то мы будем служить вере на высоком уровне, считая это божественной милостью. Кто-то, услышав мои слова, может сказать, «Мы уже служим вере, считая это Божьей милостью». Но, тем не менее, не все 100% служителей общины достигли этого уровня. Ко мне приходят такие дела, из которых я узнаю, что некоторым служащим не хватает силы терпения и широты мужества. Если кто-то что-то сказал ему громким голосом, то начинается проявление эгоизма и ложной чести. Иногда на себя надеваются одежды ложной чести. Поэтому тот, кто считает любое дело верой, милостью Всевышнего Аллаха, тот терпит любое слово, проявляя терпение ради Всевышнего Аллаха. На место своей чести он ставит выражаемое словами «Аль-Иззату Лиллахи». «Вся честь принадлежит Аллаху». Эти слова делают его искренним и покорным, поэтому если мы сделаем тонкий анализ самих себя, то мы увидим, что нами не выполняются слова обетованного Мессии мир ему «Считайте себя хуже всех». И где-то среди служащих общины иногда появляется эгоизм и в какой-то мере проявление высокомерия. Мы, конечно, испытываем удовольствие от слов, откровение, полученного обетованным Мессией мир ему. Твое искреннее поведение понравилось ему. Мы приводим эти слова в качестве примера, когда мы говорим, что мы вошли в обет верности этому человеку, которому Всевышний Аллах даровал это откровение. Но мы не смотрим дальше и не видим, что он дал своим последователям учение о том, что если вы хотите быть связаны со мной, то тоже принимайте это поведение. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, «Я пришел для того, чтобы оживить учение святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И прекрасный пример святого пророка учит нас тому, что его слуга говорит, что он никогда не использовал в отношении него строгие слова. И когда один человек задрожал от страха перед святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он сказал, «Не бойся, я не являюсь тираном-падишахом, я являюсь сыном женщины, которая ела сухое мясо». Это есть тот поступок, в проявлении которого нуждается каждый служитель общины в течение своей жизни. И каждый мусульманин Ахмади нуждается в проявлении таких поступков в течение своей жизни. Поэтому, если вам даруется какая-то должность, даруется какое-то служение, то всегда помните эти слова Мессии Мухаммада, да мир да пребывает с ним. «Я был бедным, бессильным, неизвестным и не имел никаких способностей. Поэтому мы станем выполняющими обязанности служения должным образом, когда мы создадим в состоянии своих поступков проявление перед Аллахом своей беспомощности, нищету и отсутствия способностей,
и мы станем имеющими надежду в соответствии со словами обетованного Мессии, возможно, благодаря этому мы войдем в дом встречи с Аллахом. Если этого нет в нас, то наше притязание на то, что мы принесли обет верности, это притязание будет насмешкой над ним. Вражда кого-то другого не принесет нам никакого ущерба, но нас может опозорить лицемерие нашей души, и кроме этого, это вызовет гнев Всевышнего. Поэтому каждый из нас нуждается в самоанализе, и особенно тот, кто назначен на служение общины. И каждый мусульманин Ахмади должен проанализировать себя, потому что обязанность выполнения обета верности не выполняется только устными притязаниями и верой на словах, а напротив, это не принесет никакой пользы до тех пор, пока они не освящены силой поступков. Поэтому, если мы объявляем, что Иса, мир ему, умер, и никакой человек не может избежать смерти, если мы объявляем о том, что Всевышний Аллах может воздвигнуть посланника, подчиненного святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Аллах и сегодня тоже может говорить с тем, с кем ему угодно, и он может ниспослать ему откровение, потому что ни одно из его качеств ничем не ограничено и существует вечно, мы утверждаем, что Хазрат Мирза Гулам Кадиани, мир ему, является искренне и самозабвенно любящим святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он был ниспослан Всевышним Аллахом, повинующимся святому пророку пророком, без нового шариата, и мы уверовали в него. Если мы убеждены в том, что священный Коран – это та последняя книга шариата, закона Божьего, который сохраняется в своем неизменном виде на протяжении 1400 лет, потому что Всевышний Аллах взял на себя обязанность сохранять его, и никакая другая книга шариата, закона Божьего, не сохранена в своем первоначальном состоянии, когда мы говорим людям, что вы можете шуметь сколько угодно о том, что священный Коран не сохранился в своем первоначальном состоянии или был написан только несколько столетий назад, мы доказываем им, что они неправы. Как, например, сейчас, когда противники ислама в телевизионных программах и статьях стараются доказать, что священный Коран не был ниспослан святому пророку, а был написан 600-700 лет назад, тогда Ахмадийская община, приводя убедительные доказательства, заставляет их умолкнуть. И результатом наших доказательств является то, что тот человек, который сделал телевизионную программу о том, что священный Коран не является книгой Бога, и которого мы вызвали на дискуссию об этом, не принял нашего приглашения. Короче говоря, я имею в виду то, что мы верим в то, что Иисус, мир ему, умер. Мы верим в то, что Всевышний Аллах во исполнении пророчества о втором прибытии Хазрата Исы, мир ему, в наше время ниспослал Хазрата обетованного Мессию, мир ему, и мы убеждены в том, что ниспосланная святому пророку книга последнего шариата, закона Божьего, то есть священный Коран, до сегодняшнего дня сохранена в своем первоначальном состоянии, будут ли только наши слова обо всех этих наших верованиях достаточными для достижения наших целей? Ответ на этот вопрос – нет. Потому что если после того, как мы доказали, что Хазрат Иса, мир ему, умер, и что второе прибытие Хазрата Исы, мир ему, должно было произойти в уме святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и вспоминая слова священного Корана, и воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним, мы не создаем в себе такие чистые изменения, которые создали в себе сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то наше упрочивание вере не принесет нам никакой пользы. Когда мы объявляем, что Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни, мир ему,
является тем обетованным Мессией мир ему, о прибытии которого оповестил нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и тем, с кем разговаривал Всевышний Аллах, тогда нам надо будет показать на себе влияние Его учения, иначе только верование не будет иметь никакого значения. Если мы считаем Священный Коран сохраненным в своем первоначальном виде до сегодняшнего дня, но не выполняем его повеления, необходимые для нашей жизни, то наши объявления в защиту Священного Корана не принесут нам никакой пользы. Это объявление только тогда будет оказывать влияние, когда мы будем следовать его учению в своей жизни. Поэтому мы должны стараться выполнять те обязанности, которые возложены на нас этим верованием. Мы должны выполнять свою большую обязанность исправления своего состояния. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, говорит: «Помните, только слова ничем не могут помочь, пока нет действий. Только слова в глазах Аллаха не заслуживают никакого уважения». Далее он говорит: «Взвесьте свою веру. Поступок является украшением веры. Если не исправлено состояние поступков человека, то в нем нет веры. Верующий человек является красивым человеком. Если мы украшаем красивого человека простым украшением, то он становится еще красивее. Таким образом, поступки верующего человека делают его красивым. А если человек плохой, то ничего этого нет. Когда в человеке создается истинная вера, тогда он ощущает особое наслаждение в совершении поступков, и у него открывается взор глубокого понимания сути вещей. Он совершает молитву таким образом, каким положено ее совершать. В нем создается отвращение к грехам, и он ненавидит нечистые собрания. Он ощущает в своем сердце особое волнение и беспокойство для проявления славы и величия Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потом он сказал: «Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним», отвечая на вопрос людей, сказал: «Сура Худ состарила меня, потому что содержащиеся в ней повеления возложили на меня очень большие обязанности. Исправить себя и повиноваться повелениям Всевышнего Аллаха, поскольку это касается одного человека, возможно, что он выполнит это. Но сделать такими других людей нелегко. Отсюда становится ясно, какой высотой величия и небесной силой обладал наш благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повинуясь этому повелению суры Худ, создал такую чистую общину своих сподвижников, что им было сказано: «Вы наилучшая из общин, созданная для блага людей». И они слышали глас: «Доволен Аллах ими, и они довольны им». И ни одного лицемера не осталось в пречистой Медине. Короче говоря, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, достиг такого успеха, подобно которому невозможно найти в жизнеописании никакого другого пророка. Этим Всевышний Аллах хотел сказать нам о том, что мы не должны ограничиваться только словами, потому что если мы ограничиваемся только словами и показухой, то какое отличие будет между нами и другими людьми, и какое превосходство мы имеем над другими? Далее он говорит: «Вы только показываете практический пример, и при этом в нем должен быть такой блеск, чтобы другие последовали ему». После этих начальных слов обетованный Мессия мир ему снова назидал свою общину: «Показывайте практический пример, и пусть в нем будет такой блеск, чтобы другие последовали ему, потому что никто не последует ему, пока в нем не будет блеска. Разве есть такой человек, который любит грязную вещь? Одежда не выглядит красиво, пока на ней есть пятно.
Таким же образом, до тех пор, пока не будет чистоты и блеска в вашем внутреннем состоянии, никто не захочет последовать вам. Каждому человеку нравится прекрасная вещь. Таким образом, пока ваша нравственность не станет высокой, вы не достигнете высокого положения. Пусть Всевышний Аллах сделает нас достигшими высокой нравственности и создаст в нас то чистое изменение, блеск которого сделает мир обращающимся к нам, и для нас открылись пути проповедования больше, чем раньше, и мы стали продолжающими миссию Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر